Приютить всех бесхозных собак – этой, на первый взгляд, невыполнимой миссией занялась пермская инициативная группа помощи бездомным животным «Дом». Добровольцы шьют жилетки для четвероногих друзей, находящихся на передержке, с надписью «Ищу дом». Подробнее расскажет Евгения Чернявская. Нашей инициативой мы помогаем бездомным животным найти дом, делаем пропаганду ответственного отношения к домашним животным, просто спасаем бездомных собак, лечим собак, кошек. Раньше у нас был свой мини-приют. После того, как он закрылся, мы просто решили помогать бездомным животным. Ирина Чудинова – организатор акции. Она уже долгое время помогает бездомным животным разными способами. Идея сделать проект с жилетками возникла, когда она взяла собаку на передержку. Пес по имени Беляш живет у нее с лета и никак не может обрести постоянный дом. Чтобы привлечь внимание к своему питомцу, Ирина и решила надевать на него жилет. В рамках краевого проекта «Территория добра» девушка вместе с учениками 31-й гимназии начала производить одежку для животных и раздавать всем, кому она нужна. Каждый участник проекта, находясь дома, сшивает несколько жилеток с надписью «Ищу дом». Собаки разные, их привозят в разном возрасте, разных пород, и, к сожалению, вот они остаются без дома, поэтому мы хотим им найти дом, всем собакам. Все материалы участники закупают на собственные средства, а раздают готовые попоны бесплатно. Пока готовы 12 жилеток, и все они в ближайшее время будут востребованы. Проект хоть и новый, но развивается очень быстро. Сейчас у нас главная цель – это реализовать все заявки, то есть пошить. У нас там более 30 заявок, мы хотим вот все их реализовать. Потом, возможно, когда накопится уже побольше народу, какое-то шествие, возможно, провести, чтобы люди обращали на это внимание больше. Получить попону для собаки, либо помочь организаторам с проектом можно, обратившись в группу «Гав-Гав-Жилетка» ВКонтакте. Евгения Чернявская, Александр Худяков, телевизионная служба новостей.